Осташков давно и прочно занял достойное место на туристической карте региона и страны. Одна из жемчужин края – озеро Селигер. Менее месяца назад здесь проходил третий межрегиональный фестиваль «Селигерский рыбник». А 6 сентября в озеро выпустили почти 9 тысяч мальков стерляди. Дай бог, что прижилась, как такие красавцы, а? Да, я еще. Как на ВДНХ. Конечно. Давайте, осторожно, осторожно, только не давите. Губернатор Игорь Руденя, поучаствовавший в этом мероприятии, рассказал, что регион планирует продолжать заниматься зарыблением водоемов. Кроме того, областное правительство обсуждает с федеральным центром вопрос делегирования или совместного исполнения полномочий по рыбоохране и природопользованию. Мальки, выпущенные в Селигер, были выращены в Конаковском заводе по осетроводству. Жители Осташковского района уверены, что наполнение озера ценными видами рыб не только увеличит рыбопродуктивность водоема, но заложит основы для появления нового бренда. В 60-х годах, 70-х годах запускали угря. И уголь стал брендом озера Селигер. Надеемся, через какое-то время и стерлядь станет нашим брендом. Я хочу сказать, что дело хорошее. Я очень приветствую это как рыбак. Рыба царская должна быть очень вкусной. Еще одно знаковое событие, в котором принял участие глава региона – возложение цветов к мемориалу партизанам Великой Отечественной войны. Вместе с известнейшим российским боксером Николаем Валуевым, который сейчас является депутатом Государственной Думы, он пообщался с ветеранами и юными жителями Осташкова, патриотическому воспитанию которых уделяется серьезное внимание. В нашем колледже работают волонтерские отряды, работают патриотические отряды, которые все время принимают участие во всех патриотических мероприятиях. Помощь оказывают ветеранам, поздравляют со всеми праздниками. Мы, конечно, стараемся краеведением заниматься, чтобы воспитывать патриота и города, и страны, и района. Одним из многочисленных объектов, которые посетил Игорь Руденя, стал местный МФЦ, в котором жителям предоставляют порядка 280 различных государственных и муниципальных услуг. Ежедневно здесь обслуживают около 60 горожан. Вы первый раз здесь? Нет? Нет, второй. Второй вообще за все время? Ну, как, удобно, неудобно? Удобно, очень. Удобно? Да. Народ как приветливый? Также в ходе рабочей поездки глава региона осмотрел объекты социальной инфраструктуры и побывал на промышленных предприятиях Осташкова, работающих на оборонный комплекс страны. Юрий Бумбурт, Вериград ТВ.